Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Растишка, вас с вами пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем в Гренни Симулятор, будем два бешеных внука против конченной бабки Гренни. Если пять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Погнали. Ну что, где наша бабушка Гренни? Я знаю, что она должна быть на втором этаже или на первом. На втором этаже должна быть. На втором этаже идем ее гасить. Пока она выйдет, я знаю, что она здесь где-то, да, наверное? О, хе-хе, косой. Не попал. Вот ты смотри. Ой, начинается, ребята, у нас специально. Не забываем ставить лайк прямо сейчас. Кто смотрит ролик, обязательно ставим лайк. Подписываемся на канал, потому что ролики выходят каждый день. Ого, ты что, решил тут квартиру все разломать? На, 6 хп сразу улетело. Ты что думаешь, ты самый умный? Ребята, в этом ролике будем над бабкой издеваться очень сильно. Не надо кидать меня. Мы будем. Так, давайте немножко сюда. А, она зашла за угол круглого дома. И сразу закрыла дверь. Ты бабуся. Голова и гуся. Блин, смотри. 1 хп отняла и при этом у меня ударил. Это возможно? Так, у меня уже 4 ключа, пойду себе что-то куплю новенькое. Не надо. Так, давай. А я пособираю здесь еще предметы, буду отвлекать. До последнего. Так, тут никаких предметов нету? Нету. Так, бабка сзади у нас. И, о, вижу. Я вижу, предметы забирать я не могу. Вижу ключ. А как мне его взять? А, вижу, вот этот маленький есть ключик. Может, со стола? Я гранату. Да? Да. Не надо. Это не а, вот еще ключ. Вот еще ключик. Отлично. Ого, я могу прыгать. Эй, я забагался. А, нет, не забагался. Ты там бабку сильно, да, вижу, вынес? Да. Конечно. Убивать бабку любой можешь. Бабка, ты можешь на лекарства зеленые баночки пить, и все будет четко. Нормально. 7 хп. Давайте еще возьмем. Мы, короче, когда закончится ролик, тут пол дома будет разнесено в хламище просто. На. Видели, как чисто в бошку попал. Это было красивое попадание. Хедшот. Так, у меня есть 2 ключика. Давайте еще возьмем. Один ключик здесь возьмем. О, я вижу. Будто кто-то сыт. Надо прервать. Прерывая полив цветов. Так, я иду открывать. У меня есть 3 ключа. И поэтому, ребята, мы сейчас откроем что-то очень эпическое. Я что-то встаю. О! Как я забыл, называется пика. Как эта штучка называется? Пикачу. Так, где эта бабка вонючая? 14 хп. 11 хп. Нифига себе, мы тебя Ай-яй-яй-яй, что со мной? А, у него дихлофос со спины даже меня потравило. Офигеть. Так, мы что-то бабку вообще первый раз быстро вынесли. Эй, я даже таблетки не смог найти. Давай, нормальная игра. Чего так быстро проигрываете? Ой, выигрываете. Хорошо, exit game. Хорошо, давайте еще раз, ребята. Давайте, кто сейчас будет бабкой у нас? Давай я, васаби. Давайте, если сейчас еще раз быстрая катка, потом третью катку буду я за бабку вонючую играть. Ну все, давайте, рейди, полетели. Сейчас будет еще веселее. Или еще быстрее. Ну, ножик в голову, это прям вообще сильно жестко. Все классно. Ну что, чилипиздрики, вы готовы тряхнуть стариной? Так, мы можем открыть шкаф, тут, кстати, башмаки ее стоят. Это пасхалочка для бабки, кто не знает, в эту игру играть первый раз. Так, у нас есть здесь коп. Я хочу взять вот это копье горящее и в жопу засунуть. Ой, кинуть. Так, бабка вонючая, ты где? Она наверху. Я электрошокер убираю подальше в угол какой-то. Да, убирай. А, мы же можем предметы прятать, хотя он электрошокер. На. Красиво, ребятушки. Сразу 8 хп отнял. В смысле, ты ведь по мне не попал, что-то попал. Я попал, увидишь на записи, прям четко вот прилетело. Идеально, можно даже сказать. Так, а где бабка? Давай, гасим ее. А, она уже полекалась. Ах ты, подлюка такая. На, будешь обижать моего дружаньку моего. Так, я электрошокер. Я не могу электрошокер, кстати, забирать. Понятно. Дима, у нее длинный нос. Да? Да. Понял. Голову сбил. Ладно, не будем. 89 хп. Так, у меня есть один ключик. Давайте что-нибудь все-таки откроем. Надеемся, что-то открыть очень прикольно. О, еще 2 ключа. Давайте здесь все пособираем. Так, давай бабку в этот раз будем красиво мочить оружием. Мурыжить ее будем.
Граната не. У нас есть этот какие-то. Что у нас есть вообще из оружия? У нас же есть. Огнеметы есть тут? Катарь молота. О, нормально, трубу взял. Ну что, бабушка Гренюшечка, мы идем к тебе. Я знаю, что ты где-то здесь. А, цветы поливать вздумала. О, еще раз. Прилетела еще раз. Спасибо тебе, ключ. Хо-хо-хо, что с ней? Эй, бабка, 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 стойте, стойте, стойте. Убегаем, убегаем, убегаем. Так, вижу, 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 идет. Замахиваемся. Прилетела. Красиво. И еще раз. Ребята, люблю эту игрушку, она очень крутая. Так, давайте еще оружие откроем. У нас три ключика, давайте что-то еще откроем. Надеюсь, выпадет еще что-то лучше. А, мы сейчас откроем. Вот, мы сейчас откроем здесь. О. Отлично, так вот здесь вот она. На, минус 15 хп. О, ключ мой. Дима, я гранату нашел. Да? Да. На, хо-хо-хо. Ты что, Дима? Нифига себе, там электрошок я вижу. Надо валить. Мне вьетнамская граната, беги. Беги. Так. Я? На, еще два. 20 хп еще отняло. Вообще мощь, мне нравится. Ого, 4 хп. Ну давай бабку я добью уже. Давай. Ах ты вонючая бабка. О, мой ключ. Короче, всю серию ключом пользуюсь. Ах ты тварь, ах ты тварь. Сейчас будет бить ногой, нет? Нет, не бьет, не бьет ногой. Электрошок взяла, бум, за ступеньки залетел. Бабка упала. Его же было ногами подрезать, это бред. Так, смотрите, последний удар мечты. Сейчас, 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 сейчас. Ах, ты зараза, только бьет. И еще на всякий случай, бум, в шкаф летел. Ах ты, бабка, про... бабушкина. Нет. Есть, красиво. Так, теперь я буду за бабку играть, надеюсь, я немножко дольше продержусь, чем пацаны. Но это только надежда у меня, так я не знаю, получится или нет. Так, 2-8 игрока, беру Грэнни, давайте, пацанчики. Ну что, надеюсь, я успею хоть что-то сделать. Вдвоем это очень сложно. Мне кажется, что было реально баланс. Надо две бабки и один внук, да? Да. Так что, ребята, давайте ставьте лайки, и тогда мы запишем, где будет две бабки и один внук. Так, давайте сразу проверим эту шкафу, может будет... ага, нет, у меня нифига. Вот это я вижу. А что у тебя за скин, кстати, вас? Инди. А, реально инди. Так, ну что, давайте начнем. Издеваться над пацанами. Так, мне надо что? Мне нужен выпить зеленые лекарства выпить. А, вижу, есть. Пульт от телевизора, тут такое тоже есть? Наверное. Так, задание выполнено. Мне нужно. Моча. Ах ты! Да, я такой, пацаны. И еще. Вот а, улети по. Вот это видели, что я с ним сделал? Вы... Да, Дима! Что? Я не могу ничего сделать! Ах, по голове прилетело! Кстати, что жизни не отнялись-то? Сам не знаю. А что цветы не могу полить? Мне надо что? My plans today. А что я не могу цветы поливать? Боже, баг какой-то? Да! Е. Так, я надо Е зажать. А на том цветке не работал, реально нажимал? Может, как-то странно работает оно. Так он, а он каким цветом светился? А, зеленым. Давайте сейчас еще раз это. А, во. Отлично. Граната! Да ну не надо гранату, пожалуйста. Не надо, не надо гранату, не надо, пацаны. Дим, ты меня, между прочим, два раза электрошокером ударил. И что, я случайно это сделал? В смысле случайно? Я это сделал случайно. Нет, я такой ответ не устраиваю. А, ну, пожалуйста, устрой этот ответ. Че, за ним побежал? Так, 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 ребятушки, ну что, у нас время есть для того, чтобы просто какую-то тактику выбрать и продержаться максимально долго. У меня 90 хп. Я надеюсь, я продержу. Мне еще надо 4 цветка полить. Надеюсь, у меня получится. Дима, тактика пинок. О, стоим около двери и пинаем. Да-да-да, а ты откуда знаешь, что я так буду делать? Ребята, так я и запланировал. Все было продумано до мелочей. Просто они не знают, где я хожу. В этом вся проблема. Вы не знаете, где я, да? Ща будем искать. Давайте, давайте, пацаны. Я на первом этаже сразу подсказываю. Да? Да.
Ладно, я пошутил. Я пошутил, я пошутил. Шутки очень... Камские. Заскамили нас. Да никто вас не скамил. Так, оружия никакого у меня нету? Ниндзя стоит. Так. Смотрим, может какой-то... Он дома. Дай подсказку, ты дома? Дома, дома. Так, а отлично. Как это не дома? А, я знаю, где он, в подвале. Я в подвале. Блин, да ладно. А как ты узнал, что я в подвале? Там же задание этот. Если я был на втором этаже, тебе там не было. Ты говоришь, ты, если ты не на первом, то вы и не на воле, значит ты в подвале. Ты думаешь? Его подожди. Нет. Здесь в гараже второй этаж. Чего? Это так. В гараже второй этаж есть. Дима заныкался, по-моему. Сейчас я заныкался, реально, так и есть. А где? А я на улице, там кусты есть такие прикольные. Пошел отсюда, щенок вонючий. Я не щенок, я внучек твой. Не трожь моего друга. Ух ты, была бомба какая мощная. Ты че, я испугался, это как взрыв громкий в этой игре. Пошел отсюда. Не надо, не надо. Надо. На. Ай, не тех бьешь, у меня есть горячий ключ. Отлично. Где мой кунай, который я промахнулся? Бум! Меня булит. Сейчас я возьму твой кунай, который потерял. А я его потерял окончательно. Он просто может исчезнуть, кстати. Кстати, я больше всех ваше задание выполнил. Быстрее бьем его! А вы не успеете? Я и так не успею пройти, у меня очень мало. Да пожалуйста, не убивайте меня сразу, дайте хоть пожить еще чуть-чуть. Блять, подождите, зафиг. Так, мне надо выпил зеленые лекарства. Чего я могу взять его? Давно летаю еще. Где Дима? Я Диму потерял, спасите. О, я взял его. О, Дима, я иду к тебе. У меня есть куча оружия. Дима. Давайте, я вас жду. Так, зеленые лекарства. Зеленых лекарств я не наблюдаю. А Дима... А что, он на улице? Я не знаю. А вижу, может, вижу. Может, он тоже нет. Кого видишь? Надо видеть. Надо. А, я... Он идет в подвал идет. А, бежу. А, вижу, голова его лысая. Беги. Ты тварь, ты просто голливая тварь. Да дай тебе встать. Я тебя буду бить. А вот теперь я тебя буду сильно бить. Бум. Еще раз надо избить тебя. Ты же думаешь, это просто так, бабка очень бешеная. На! Гранату? Вьетнамская граната. Нет! На! А я Диму в голову зарядил. Это было четко, это было, ребята, очень четко. А! Это было рядом. Так, мы сейчас тут башмаки возьмем быстро. Ой, я теперь быстрее хожу, отлично. В смысле, давай медленно. Не, давай. Дим, я нашел таблетки, чтобы похилиться тебе. Это хорошо. Не надо. Но я их не нашел. Подожди, ты видишь, где он? А! Да вы задрали, отвалите. Дима больше нас даже. Да, я ж уже наигранный в эту... Я в эту игру уже... Не, ну мне кажется, да, вы мне поддаетесь. Просто вьетнамские гранаты мы не берем. Нам они не... Смотрите, не берем, я уже взял. Че я не могу вас отравить? А че у меня жизнь окончается незаметно? А мы сзади тебя к стаканке, да. А вы задрали стакан... А, три жизни, пацаны! Да вы задрали, а как? Одному тяжело, реально. Еще как-то вдвоем можно, а одному... Ого, у меня копий торчит. Ну все. Наказали бабку сегодня. Как щениху какой-то. Да. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.